привет, это Прослушка. Сегодня мы слушаем с вами альбом Баста 40. Давайте не будем тянуть, заценим альбом. Начнем сначала. Я очень уважаю Басту. Это прям человек-оркестр. И он многое сделал вообще для хип-хопа и для музыки в целом. Это прям вот музыкант. Столько лет в игре находиться. Это достойно уважения. И держаться еще причем на плаву. Такое пока спокойное интро. Такое блюзовое начало. Неплохо, неплохо. Побалдеть можно под этот трек. С самых низов. Сейчас услышим историю, наверное, какую-то. Такое легкое продолжение интро. Тоже будет в этом же стиле, интересно. Или сейчас развернется как-то иначе трек. Да, примерно то же самое, но только тут больше рэпчика такого прям. Но музыка, конечно, мощная. Ну, такое довольно-таки серьезное музло. Интересно, как дальше будет. Ну, в принципе, следовало ожидать то, что это такой будет серьезный трючок. Верил всегда. Тоже такая мотивационная, наверное, тема. Что-то интересное. Круто. Бит очень нравится. И это гитарочка. И госпел. Я твой самый злейший враг. Для меня каждая капля твоей крови на улице это стрит-арт. Так, пока время догонит нас в топе моем. Но это прям однозначно. Долгий, конечно, трек, но очень круто. Так, ну плюс 100-500, наверное, точно такой же должен быть. Ну, примерно. Ну, если тут просто тот же госпел, еще и Эрика, мне кажется, что-то крутое. А самый интересный мне трек здесь — это фит Noize MC и Аники. Это вообще удивило меня прям. Ну, эти два имени на фите, вау. Интересно услышать. Со Скриптонитом, с Тифестом ожидаемо было. С ЭТЛом тоже удивил. Так, ну вот, поначалу уже все супер, по-моему. Мне кажется, вся пластинка такая будет. Долгое вступление. Тоже классный трек. Тоже хороший бит. Такая балдежная тема. Круто. Так, Дочь огня. Совместка с Софи. Не знаю, кто это. Вот тут Вакуленко есть. Е. Вакуленко. Это, я так понял, жена Елена. Красивая акустика. Так, опять долгое у нас вступление. А, офигеть, у него тут треки, конечно. 6 минут 6:55. Ну нет, я бы не стал слушать «Дочь огня» слишком долго. Понимаю, что красиво, но это не для меня. Так, я вижу. И еще один трек, наверное, который мне понравится. Обожаю хор вообще. Очень мощно. Время циничный палач, толкает спину, торопит, чаще не плачь. После смерти мне вчера позвонил Бог, это был последний звонок. Он сказал, я вас разочарован, моя первая угадка.
угасла, он повесил трубку, и я понял, что прервана связь. Вернись, Вера, в наш разрушенный храм, пою я. Круто. Мурашечки идут по коже, когда появляются хорды, и вообще сам текст сильный. Ну, это было бы странно, если бы он не был сильным и таким красивым. Это же Баста. Мне кажется, лучший лирик. Один из лучших, ладно, один из лучших лириков в России. Классный трек «Красный». Так, не дотянуться до звезд. Обычно все дотягиваются, у него тут не дотягиваются. Мир вокруг меня, один жестокий пранк, и мой карточный домик разлетелся пух и прах. Вот, ну, ему уже сколько, 40 лет, и он вот офигенно просто фигачит. Круто, классно играет с музыкой вообще. Захотел остановить, остановил. Люблю, когда так делают. Так. Неплохо. Короче, видно и слышно то, что он игрался с музлом и экспериментировал со звучанием. И возвращаемся к началу. Еще даже половины альбома нет, но уже все круто. Так, Готэм, Москва. Сравниваем, значит, Москву с Готэм Сити. Такое уже более трендовое. Классный звучок такой, ту-ту-ту. Может еще дядька ведь, может фигачить. Круто. Крутой трек, особенно этот ту-ту-ту. Класс. И гитарка красивая. Так, «Молодость» — один из ожидаемых треков. Такая что-то чуть-чуть старой школы сейчас будет, наверное. Ну, сэмпл просто намекает. Не хотел быть, как все, ждать смерти. Мечтал о сцене, мечтал стать голосом с кассет. Я был молодость моя, моя юность. Моя дерзость, молодость, моя глупость. Если ты решил меня убить, мой друг, я умоляю, будь прочным. Мы снова разобьемся, чтобы упам отличиться и бежать. Молодость моя. Так, рассуждение о молодости. Я думаю, будет немного повеселее, как-то бодрее тема, вспоминать молодость и так далее. Но нет, грустный, печальный, конечно, трек. Забавно. Ой, прям вообще... Блин, мало было скриптонита, конечно, очень хорош. И Баста вообще очень круто сделал, и сам скрип. Классный трек, поностальгировать, повспоминать свою молодость, какой она была и так далее. Так, самый ожидаемый трек. Интересно услышать здесь Noize MC. Какой он будет? Ну, Аника, в принципе, понятно. Но для нее, мне кажется, это тоже такой, знаете, эксперимент. Просто интересно было поучаствовать в этом, наверное. Так, прям четко говорит Бог. Нормально. У меня, ну, было предположение, что мы перейдем к барабанам. Папа с
себя тучей, с которой поспал. Красивая семья есть в этих фаер. Вечно молодой, вечно пьяный. Есть план, нет плана, все идет по плану. Ваня. Да, так его, в принципе, привычно слышать в этом звучании. Дети во всем неправых, родители во всем неправых, внука простят. Так было икс поколений назад и будет икс поколений спустя. Крутой трек на самом деле, красивый, крутой. И есть, ну, есть о чем подумать здесь, ну, прям задуматься обо всем этом. Класс. Вообще весь альбом такой, в принципе. Песня прям для саундтрека какого-нибудь молодежного сериала или фильма. Вообще идеально подойдет. Классная концовка. Вообще музыка Басты — это прям саундтрек жизни. Вон. Я умею летать, но я падаю в бездну. Большая часть трека мне не зашла, но вот концовка мощная, крутая. Классные рифы. Так резко закончилось. Так, белый кит. Бит классный прям. Блин, классный, классный припев, и девушка классно поет. Это такой стандартный трючок от Басты. Типа того, то, что он раньше делал с Тати. Печально, конечно, что Тати ушла. Не знаю, что там конкретно произошло, но она тоже была классная на фитах. Но всем, в принципе, найдется замена. Кто такой Оди? У него один трек, в принципе, воевал и все. Затирал про совесть, я убивал по скорости. Меня примут и посадят, либо примут и за тобой завалят, либо примут за тобой завалят. Короче, как ни крути, тут пиздец, как забавно. Короче, это такой типа no name. Он давно в игре, конечно, вроде как, ну, давно занимается рэпом. Но это круто, то, что он попал на альбом. Я слышу в этих звуках городской шум. Я слышу суету, я слышу, как спешу я. Обожаю такие биты. Вообще просто тупо качает и все. Красивые струны добавили сюда. Класс. Вообще серьезный такой правдивый альбом. Красивый. Интересно послушать, вот как проживал, что думал такой человек, как Вася Вакуленко. Парень с головой у руля и за рулем. Парень при делах, за себя и за район. Парень золотой. Ну, Лукаверс на припеве мне не очень нравится. Сама тема, конечно, мне близка немного. Все-таки я тоже из провинции. Забавно было послушать. Так, район со скриптонитом. Еще один ожидаемый трючок. Суки торгуют собой, брат сказал мне. Суки торгуют судьбой, брат сказал мне. Брат сказал мне, связанный с судьбой. Такой серьезный настройчик. Интересно, что сейчас будет с битом. Постепенно, постепенно разгоняемся. Так, еще до сих пор разгоняемся. Да, саундтрек. Круто. Мне нравится. Интересный, интересный бит.
Повторюсь, мне вот нравится, как Баста играет с музлом, как он меняет, экспериментирует, что-то добавляет, делает красивее, насыщеннее. Ну, «Молодость», конечно, мне больше понравился. Здесь чисто, ну, про райончик, за жизнь, все дела, как все было. Но «Молодость» мне была ближе. Сама песня. Так, зажигалки вверх. Интересно, перейдем ли мы на звучание близкое для АТЛ. Интересно, какой тут будет АТЛ. Ну так, это, добавили звучочка, эффектик накинули для АТЛа. Ну, в своем репертуаре, конечно. Крутой, АТЛ крутой здесь. Ну, он и всегда крутой, конечно. Но на фите именно, я имею в виду. Хорош. Так, Баста 40. Олдскульчик. Такой старый-старый Баста. Не по возрасту, а то, что вот он раньше делал. Такой, это, наверное, единственный, по-моему, такой добрый, светлый трек. Такой живой. Клевый. Клевый трек. И красивое окончание. Так, совместка с Тифестом. Так мало? Ну я что-то как-то большего ожидал от Тифеста. Я думал, еще будет речитатив какой-то. Но, в принципе, нормально. Само строение песни, текста прикольное. Так, на маяке. Интересно. Прикольно. И майка. Такое регги. Такое вспоминается трек «Калифорния». Такая песенка про любовь. Про обычных людей. Со своей бытовухой. Со своим тараканом. А где Вакуленко, я что-то прослушал. Там было немного, но я думал, будет больше. Второй такой добрый, светлый трючок. Красивый. Красивый трек, красивая мелодия. Так, ну и последний трек. Моррисон Кобейн. Так, к чему диалог? Хорош, хорош. Я набил эту тушку на моей левой руке. Бой как Моррисон, умри как Кобейн. Ничего себе. Так, ну вот и все. Подошел к концу альбом Баста 40. С ума сойти, как много треков. Не люблю, когда треков больше 10, там, я не знаю, ну максимум, можно 15, но не 23. И я, в принципе, могу назвать все эти 10, там, 15 треков, которые мне зашли. Это интро «Самых низов», «Время догонит нас», «Плюс 100-500», «Я вижу», «Год Москва», «Молодость», а я не считаю, ну, короче,
назову, которые больше всего понравились. «Молодость», «Поколение X». Так, «Белый кит». Нет, вроде. Ну, так, не особо. «Любовь и страх», «Лампочка», «Район», «Зажигалки вверх», «Баста 40», «На маяке» и «Моррисон Кобейн». Вот. То есть, вообще, практически весь альбом мне понравился. Он очень крутой, очень серьезный, красивая музыка, классные эксперименты с музыкой. Вообще, разноплановый альбом. И Баста здесь везде разный практически, иногда уж там... Нет-нет, похоже, но сколько он уже просто пишет, там, типа, сложно не повториться. Вот. Просто делает в своем стиле, делает круто. Чуваку 40 лет, чуваку, мужчине 40 лет уже, а он делает до сих пор годно. То есть тут и что-то более трендовое, и такое более уже взрослое музло. Наверное, ну, благодаря которому он, в принципе, вдохновлялся. Тут, типа, и какие-то соуловые темы, и джаз, и блюз. Вот. Ну и, собственно, хип-хопчик, рэпчик, особенно олдскульчик тут был слышен. Тоже очень круто все. По текстам, в принципе, все было понятно уже изначально. То, что здесь будет альбом про жизнь, про то, каким он был, каким он является сейчас, что было на протяжении всего этого времени, все его мысли, рассуждения и так далее. И про любовь, и что-то мотивирующее есть, и про веру, про молодежь, про молодость, про район даже свой у него тут. Ну, короче, на любой вкус, вот прям реально этот альбом, это прям вот саундтрек к какому-то фильму. Можно фильм прям снять, баста, и вот все эти треки туда вставить. Очень крутой альбом. Классно, классно то, что у нас еще выходит такая красивая, качественная музыка, которая заставляет задуматься, подумать, повспоминать, поностальгировать и так далее. Очень крутые фиты, но больше всего мне понравился фит с Moscow Gospel Team, наверное. Ну вот они для меня прям открытие вообще на этом альбоме. Оди тоже, конечно, открытие, но вот Moscow Gospel Team вообще круто. А какой один из них, ну там сложно выбрать. Надо еще погонять, типа, и потом уже только, наверное, как-то определиться, какой больше мне всего понравился. Вот. Все, по сути, я сказал об альбоме. Как вам, пишите в комментариях, какие песни вам больше всего понравились в комментариях. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Check it out.